Да нет, я поразил его. Да, да, да. Ну дайте мне удар. Всем привет, с вами Денис на канале DevGame. Мы продолжаем играть Кома 2 Младшие сестры. Так, у нас где тут последнее сохранение? Так, вот оно. Больница Сехва. Нам надо добраться до пастыря, по-моему. Мы взяли святую воду, насколько я помню. Либо его эликсир непонятный. И движемся к пастырю. В другой сектор. Пароль я открыл, поэтому, в принципе, должно все получаться нормально. Так, микрофон повыше. Пока загрузка вот сюда, вот его, да. Все, так, здесь я. Все, я могу идти. Так, это куда? Правильно? Ой-ой-ой, не то. Вот это. Так, нам надо вниз. Да, детский сад у нас будет впереди какой-то странный, в больнице. Могу я сюда зайти? Без ключа карты персонала не могу им управлять. Ну, хорошо. Монстры. Тетя бежит уже. Задолбали, блин. Офигеть, я далеко. Так, тут куда мне можно спрятаться? Могу я сюда? Да. Могу, тут под стол. Все, 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 спрятался. Спрятался. Да нет, я поразил его. Да, да, да. Ну дайте мне удар. Блин, один удар. Сейчас вообще так жестко стало на самом деле. Просто жесть. Один удар неверный, и тебя смерть сразу. Ладно, я надеюсь, сейчас будет все побыстрее, получше. Ну, посмотрим. Это ж не точно как. Так, тут туалет вообще был, блин. Угу. Жуткий, страшный. Так, а я куда побежал? Так, детский сад. Я могу сюда зайти? Да. Ой, как страшно. О, тут что-то есть. Вот. О, девочка сидит. Девочка, может ли она быть тенью? Приветик, малышка. Ты кто? Спросить о ней, представиться, спросить о ее знании, неважно. Представиться. Рада знакомству. Я еще здесь кое-кого. Ты симпатичная. Хочешь поиграть? Никто больше не хочет. Так, спросите о ее занятии. Какое тебе дело? Не нужно притворяться, что ты заботишься обо мне. У меня нет имени, но это не страшно. И я всегда занята, потому что слушаю разговоры взрослых и рисую их. И я должна продолжать рисовать. Я хочу сделать это место красивым. Но взрослые всегда говорят о плохих вещах. Очень плохих вещах. Пока-пока. Так, ну, такое ощущение, что она мне пригодится. Ладно, посмотрим, что есть. А, верстак здесь, да? Здесь инструменты, которые можно использовать для ремонта и создания игрушек. Игрушек, нифига себе. Короче, тут тоже можно. Я так ничего и не создаю. Это очень долго, это будет, это займет просто трэш сколько времени. Так, мне надо вниз. Я уже вижу. Так, я не хочу туда идти. Мне надо вниз и в аптеку, в принципе. Так, давай, ладно, здесь пройдем, здесь ничего нет. Вроде тишина пока. Блин, вообще так плохо видно. Монстры, монстры. Так, я выдыхаюсь. В аптеку, пойди это здесь. Так, хорошо. Здесь я могу сохраниться. Сохраняюсь. И вот он, пастырь наш. Должно быть именно. Мне приятно, наконец, познакомиться лично. Он и вправду священник. Это объясняет святую воду. Но я надеюсь, что твое путешествие сюда прошло без происшествий. Моя ночь проходит не совсем так, но я с подарком отче. Благословит тебя Господь. Этот артефакт жизненно необходим для предстоящего боя. Вы думаете, что она в самом деле сработает? Ох, тебе не достает веры. Нет ничего невозможного для того, кто истинно верит. Так и для чего она? Святая вода разделения является ключевым элементом в ритуалах опечатывания могущественных злобных духов. Злобная сестра? Я немного осведомлена с тем, с чем мы столкнулись. Исоль рассказала, что ты была с Янми в момент, когда до нее добралась порабощенная плоть. Но, само же, к сожалению, без помощи настоящие шаманки, способные овладеть освященным лунным ладаном, мы не можем удержать ее в коме. Но наше дело еще не потеряно. Существует еще один способ остановить ее.
Злобной сестре нужен сосуд, чтобы пробраться в неспящий мир. Лишим ее этого сосуда. И она не сможет пробраться в наш мир? Хорошо, и где этот сосуд, в котором вы говорите? По счастливой случайности в этом самом здании. Но на верхние этажи допускается только персонал больницы. По лестнице не пройти, поэтому нам понадобится ключ-карта персонала для активации лифтов. Я могу поискать. Не думаю, что ее так уж трудно будет отыскать. Иди с Богом, моя дорогая. Офигенно. Она вообще за любую шумиху, да? Так, у меня все позаканчивалось. Я возьму все, что есть. Хорошо. Короче, мне надо найти теперь... Где найти, непонятно абсолютно, да? О, записочка. Читаем. Так, странный случай Джоанны Ли Минсум. Я близко познакомилась с нашим ярким сообществом. Как-то молодая женщина вышла в исповедальню, чтобы поговорить со мной. Она только недавно присоединилась к нашей общине. Она начала пересчитывать свои грехи, а потом ее признание приняло особый характер. Она думала, что Бог наказывает ее семью за неизвестную неосторожность. Когда я спросил, почему она в это верит, она поведала, что ее дочь недавно заболела и, преодолев эту болезнь, начала демонстрировать странное поведение. Ее симптомы резко прогрессировали с каждым днем, и теперь женщине стало страшно жить с дочерью в одном доме. Если все сказанное было правдой, то я готов был поверить, что ее дочь была одержима злобным духом. Блин, жутко. Жутко. Я представляю, как это страшно, как это не по себе. Задолбала ты ходить, ну правда. Тут меня спасут. Так, куда мне надо? Так. Пойду, ходить куда? Операционная попробую. В принципе, у меня вариантов. Еще вниз я могу сходить. Да блин, я не уверен. Да пипец. Ну жесть какая-то. Так, ладно. Да кто меня тащит, я сама сдохла. О своей глупой неосторожности. Так, куда мне надо? Мне сейчас надо походить, поискать. Все, что только можно найти, я буду ходить, в общем, искать. Ладненько, побежали. Так, я вот сюда пришел закрыто. Я пришел в кабинет главного врача и все там облазил, ничего не знаю. Вероятно, кабинет главврача был лучшим шансом найти ключ-карту персонала. Оу, подружака. Мина, мы сталкиваемся все чаще. Какое совпадение встретить тебя здесь. Дарьхин, ты преследуешь меня или как? Ну да, ты ведь наш лучик в крошечном тьме. К тому же не стоит так разговаривать. Стой, кто может помочь открыть эту дверь? Постой, ты можешь пустить меня туда? Думаешь... Какой-то замок сможет задержать меня. Я Нэнси, черт возьми, дерю. И что ты хочешь на этот раз? Видишь ли, у меня наступил настоящий кризис. Я типа не помню, почему я здесь. Все спуталось. Да-да, я смеялась над твоей сырой дырявой памятью. А сама типа такая же. Неловко. Да ведь хорошо знакомы с больницей Сехва, да? Ты ведь хорошо знакома. Что скажешь? Давай же помоги сестренкам. Я разберусь с этим. А ты откроешь дверь по рукам? Мое слово на золото. Поки-чмоки. Обычно Дахин приходила со мной узнать о состоянии Йонха. Но почему ее тень так и встревожила этим? Так, и что мне теперь? Состояние Йонха. Это куда мне надо... Врачебный кабинет, походу. Раз состояние Йонха, я думаю, что мне надо врачебный кабинет. О, не, ага, здесь я получал всякую фигню. Так, записочка. А, мы ее читали в тот раз. Я еще ее получал, потом перепроходил. Так, еще один врач. Я думаю, состояние Йонха может быть только в врачебном кабинете. Я на месте, ну да. Дахин ждала меня... Прямо здесь. Вот, я говорю. Это воспоминание, да? Не волнуйся, Мина. Уверена, все будет хорошо. Больница Сехва лучшая в Суэле. Мы не смогли выявить какие-либо физические травмы или нарушения, которые могут быть связаны с его состоянием. Похоже, Йонха просто впал в глубокое бессознательное состояние.
Мы будем следить за его жизненно важными показателями. Мне очень жаль, но мы не сделаем все, что в наших силах на данный момент. Мина, я... Мне так жаль. Простите, вы медсестра? Пак, да? Можете помочь записаться к доктору Чхве? Дахин, разве не встречались с ним сегодня? Ох, что касается этого, я... Мне пришлось пропустить нашу встречу. Сегодня я нужна была Мине. Она тяжело переносит новости о Йонхо. Ничего, я понимаю. В нашем файле должен быть твой номер. Так что я напишу тебе доступное время для записи. Так пойдет? Звучит неплохо. Дахин? Ты пропустила что-то важное просто, чтобы остаться со мной? Где я смогу больше узнать о пациентах в больнице? В регистратуре. Где еще? Магазинчик, ресторан, кабинет главврача, архив. Ну, либо архив. Тут же все логично. Да блин, тварь. Так, сюда мне надо. Да, сейчас. Архив. Вот он. Ну, логично же, да? Блин, тут надо быстро нажимать. Одна осечка и все. Это Фан Дохин. Похоже, она приходила сюда довольно часто. Клиническая оценка показала, что у пациента могут быть симптомы, возникшие в результате острой психологической травмы. Рекомендуется регулярное психотерапевтическое лечение для выявления причин и смягчения симптомов. Доктор Чхе, так она больна еще? Что? Это не может быть. Тщательные психологические обследования показали, что пациент страдает от ПТСР в результате межличностных эмоциональных расстройств и физических травм в раннем возрасте. Пациенту назначены антидепрессанты и дальнейшие консультации. Детская травма? Все это время она несла эту ношу и никогда не упоминала об этом. Что с тобой случилось, Дахин? Тут я могу спрятаться, тут еще одна записочка. Полки заполнены различными документами, файлами. Выглядит так, будто они организованы, организованно упорядочены. Так, записка. Читаем. Встреча с демоном. Ух ты. Я вошел в комнату Джоанны один. Там я увидел девушку, смотрящую в окно. Она не отреагировала на свое имя. Когда я позвал ее во второй раз, девушка медленно повернула голову в мою сторону. Ее лицо было хмурым, и она произнесла неземным, зловещим тоном. Ты продолжаешь называть меня этим именем, священник. Разве ты Бог не одарил тебя глазами, чтобы видеть? Ее тело было покрыто порезами и открытыми ранами. Джоанна, или существо, которое овладеет ее телом, медленно приблизилась ко мне. Она изучила мое лицо, ее собственное выражение, легкое веселье. Ты здесь потому, что думаешь, что твоя вера поможет этим людям. Твоя наивность вызывает восхищение, священник. Жуть. Жутька. Так, ну все, я все вспомнил. Мне сюда надо опять. Насколько? Ой, блин, я испугался. Прикинь, только ты ушла, воспоминания нахлынули на меня. Я должна была встретиться тут с тобой. Вот я дурочка, да? Нет, я знаю настоящую причину, по которой ты здесь, Дахин. Что с лицом? Будто кто-то помочился в твой чай. Так, ты здесь, чтобы встретиться с доктором, расскажи мне, что случилось. Так, Дахин, у тебя назначена встреча. Ты здесь, чтобы встретиться с доктором Чхве. Тебе это о чем-то говорит? Доктор Чхве? Разве он не психотерапевт? Нет, я не могла быть здесь для этого. Нет, не знаю, зачем я здесь. Я пришла в больницу ради тебя. Я торчала здесь несколько часов, слушая, как ты оплакиваешь Йенха. Мне не нужна консультация, не надо на мной издеваться. Дахин, я ничего не говорила об изде... Я не буду жертвой! Дахин? Она оставила бумагу на полу. Вы получили результат экзаменов Мины. Б+, это плохо? Б+, это плохо? Хорошо это. Она открыла дверь? Открыла. Хорошо. Сохранялка. Самое главное, что мне надо в этой игре, потому что я нифига не успеваю. Главврач оставил карту персонала в своем пальто. Она должна открыть здешние лифты. Вы получили карту главврача. Отец Минсу, я нашла карту главврача. Теперь можем воспользоваться лифтом.
Прекрасная работа, Мина. Я как раз собирался позвонить тебе. Мне удалось найти карту для себя. Встретимся снова у палат. Да поможет нам Бог. Хорошо, увидимся там. На столе врача записка, на ней имя пациента Ли Дахин. Все соответствует отчету доктора Чхве. Значит, все вправду. Если Дахин захочет что-либо поделиться, то это должно быть ее решением. Ну да, не стоит лезть. Зачем лезть туда, куда не просят тебя? Так, куда нам надо теперь? Ага, детский сад. Хорошо, это значит, мне надо вниз и налево. Хорошо. Так, как тут выйти? Тамина. Тамина. Вниз. Налево. Так, все правильно. Я бегу, короче, к коду с замком. Мы, по идее, там уже встретимся. Угу. Так, здесь, да, где-то? Ну, по идее, да. По идее, около лифта. Иди нафиг. Так, у меня две жизни, все, пипец, две жизни, было четыре изначально. Я все просрал. Здесь так и должно быть, или я просто такой гипер-супер игрок? Блин, я, по-моему, все пробежал, что можно было, ну конечно. Ага, давай. Просто тут, а вот он лифт. Вот он лифт, я зашел. Кажется, лифт функционирует, но работает только второго и четвертого этажа. Тогда вперед. Ну, наверх. Так, все, на четвертом? А, второй и четвертый. Так, мы здесь. Куда идти? Подожди, а где доктор, который мне обещал? Блин, тварь. Да ну, блин! Да ну, что такое? Так, у меня есть вот эта штука. И я выпил ее. Куда мне тут в палаты ходить? Их поймешь. Так, тут записочка. Я Кочан, мальчик 8 лет, слуховые галлюцинации. Замечательно, Кочан. Ян Мансик, парень 15 лет, бессонница. Там мы по палатам ходим. Синхана, девочка 15 лет, паранойя. Да, тут у меня тоже возникнет что угодно. Блин, у меня есть два бинта, не знаю, перебинтовал он, конечно, но только есть ли смысл. Так, это я куда выхожу? А это куда я могу зайти? А, тут я могу просто спрятаться. Хорошо. Я буду знать. Так, следующее. Закрыто. Вниз, вверх, закрыто. И тут тупик. По сути, мне надо, ну, налево, значит, наверное. Надо быстро пробегать, когда... Так, я вот сюда, в 403 заходил. Хер его знает. Ну, вроде да. Вроде именно сюда и заходил. Тихо. В последнее время наблюдаю. О, блин, да нечестно так! Так, нечестно. Так, вот тут я могу наверх, хорошо. Так, мне бы, блин, сохраниться вообще бесценно было бы. Туалет не сохраняла. Или жизнь какую-нибудь мне бы хорошо. Так, здесь где я могу? Здесь могу. Если на будущее. Здесь первых, наверное, нет. Нет, да. Второй в третий. Хорошо. Вон сохранялка там была. Там была сохранялка. Так, ну все. В общем. Охраняюсь. Все. Это самое главное. Прошлой ночью мне приснился самый страшный кошмар. Во время ночной смены произошло что-то ужасное. Пациенты в больнице начали пытаться вырваться из здания. В то же время толпа людей снаружи начала ломиться в запертую дверь, пытаясь войти. Это было очень жутко. Медсестра, ну. Отсюда. Так, у меня кровопотек. Так, тут я могу спрятаться. Тут я... Вучан, мужчина, 34 года. Кома. Так, подожди, записочка. Читаем.
Так, проявление комы. Я оказался в странном месте. Комната превратилась в полуразрушенную готическую версию самой себя. «Добро пожаловать в кому», — сказал охотник, заметив мое удивленное выражение. Мы повернулись и увидели Джоанну, призванную к кровати и привязанную к кровати, умоляющую о помощи. Темная фигура Умбры наклонилась над ней. Я начал обряды экзорцизма и завершил молитвой святому Михаилу, окропив Умбру святой водой, и та сбежала в ночь, вопя от боли. Мы освободили девочку. Охотники на духов дали ей перстень. Мы вернулись в неспящий мир, и она воссоединилась со своей семьей. Я понял, что голос, который я услышал во время моего обряда посвящения, был призывом к большей цели, к служению Господу. Ну да, я думаю, после такого прям веришь и хочешь, да, помогать людям, когда у тебя получается. Ким Джон, мужчина 36 лет, кома. Тут все в коме лежат. Ким Артур, девушка 19 лет, кома. Ну да, это тут чисто все в коме. Так, и нахера я сюда зашел? Третья, 502. Тут вообще записок, они какие-то прозрачные. Так, девочка 19 лет, кома. Ничего тут нету. Ну, тут можно спрятаться, да, я так понимаю. В любой из этих забегаю сразу в дверь. Хорошо. Так, секунду. Это похоже на пальто Йонхо. Может, мне стоит заглянуть внутрь? Конечно, стоит. Йонхо тут особенно хорош. Эти странные растения разрослись по всей палате и источают едкий запах. Здесь пусто. Даже не знаю, что я ожидал здесь найти. Йонхо, весь этот мир перевернулся с ног на голову. Если я переживу эту ночь, обещаю, ты будешь первым, кого я навещу. Мне кажется, он тоже тут в коме, на самом деле. Я почти уверен, что Йонхо находится там. Ну, в смысле, в этом мире он ходит. Ты меня опередила, Мина? Ох, отец Минус, я просто искала моего... Я просто осматриваюсь. Ну, а зачем вы здесь, в этой палате? Он неплохой, случайно, блин. Надежный источник сообщил, что сосуд будет в этой палате. Сосуд? Тот, которым хочет овладеть злобная сестра? Если все так, это может означать только одно. Какого? Глаза слепаются. Не она ли вообще сосуд? Мне кажется, дух хочет, сестра это в нее хочет селиться и типа вытащить. Что? Где? Мина, святые небеса, дитя! Очнись! Ох, их связали, офигенно. Ух! Что? Отец Минсу, где мы? Что происходит? Кто-то или что-то притащило нас сюда, пока мы были без сознания. Уф. Не поддается, туго связано. Это зовется наручным узлом. А, это ты собака, Сеха. Сеха, короче, за темных, да? В начальной школе мы с Йонхо были в байскаутах. Спорим, ты его не узнал. Сеха, снова ты, отпусти нас! Рад, что ты наконец присоединилась к нам, Мина. Вчера вечер становится все дерьмовее, да? Но должен признать, я и подумать не мог, что ты можешь стать такой занозой в заднице. Ты в самом деле из тех, кто проявляет инициативу. Я о том, что видел, как ты подставила Дахин, оставив ее перед Эмменгель. Это было не круто. Ты должна была остаться в полицейском участке, вместо того, чтобы помогать Исоль. Ты хоть представляешь, как сложно устроить засаду этой стерви? Она как чертова ниндзя. После этого, несмотря ни на что, ты приходишь сюда. Даже когда я испортил движение поездов, тебе все не доходит. Теперь ты потворствуешь этим занудам, которые охотятся на моего лучшего друга Йонхо. Йонхо, о чем ты говоришь? Ах, так типично. Ты в курсе, зачем они здесь? Эти так называемые охотники на духов? Ох, конечно же нет. Тихо, ты не знаешь, о чем говоришь. Ты просто запутался. Они пытаются помешать злобной сестре войти в наш мир. О, да, ты совершенно права. Они здесь, чтобы просто остановить большую и страшную тень. Виноват. Так как у них больше нет шаманки,
им придется прибегнуть к плану Б и уничтожить ее сосуд, верно? Есть только одна проблема. Йонха и есть сосуд. Не веришь мне? Спроси его. Он пытается убить Йонха, нашего друга. О чем он говорит? Твое молчание говорит о многом, Святоша. Но вы, ребята, всегда помалкиваете, когда разгорается скандал. Йонха здесь? Угу. Он, если говорить профессиональным здешним языком, холодная душа. Большинство людей, оказавшись в коме, не переносят и ночи после этого в неспящем мире. У них наступает отмирание мозга. Помнишь Техуна? Может и нет. Вот он, вот что с ним случилось. В отличие от него, Йонха может находиться здесь вечно. Остальным из нас нужно возвращаться несправедливо, скажи. Некоторые люди просто обладают даром, который делает их тела идеальным вариантом для перемещения в них тени. Как ты можешь заметить, у нас с Йонха есть некоторые разногласия. Но когда я поведал ему, что эти ребята собираются его убить, скажем так, он не слишком обрадовался. Я не жалею и не желаю смерти Йонха, поэтому я заманил их сюда. В любом случае, мой монолог затянулся. Узнаешь это? Пора с этим расстаться, Мина. Мне очень важно получить фото из медальона. Ты сумасшедший! Что такого важного в этом дурацком медальоне? О, господи, ты такая тупая. Как ты протянула так долго? В любом случае, злобная сестра будет крайне недовольна, если фотки нет. Итак, посмотрим, что тут у тебя? Эй! Вот моя зажигалка, а я все думаю, куда она пропала? И бинго, я знал, что фото все еще при тебе. Знаешь что, оставь зажигалку себе, я ведь не жадный парень, правильно? Но мне пора брать в руки, руки в ноги и уваливаться отсюда. Смотри назад в будущее, нет? Тогда отсылку вы найдете. Ладно, мне все равно пора на свидание со злобной сестрой в школе Сехова. Эта девушка не любит ждать. О, и еще кое-что. Скоро к вам придут гости. Кажется, это отличное время для молитвы, Святоша. И еще снюхаемся. Вы бывайте. Можно подпалить, короче, зажигалкой огонь. Святой Архангел Михаил. Отче наш, нужно убираться отсюда. Упс. Что-то пошло не так. А? Защити нас в бою. Надеюсь, это сработает. Блин, неужели Святошу тоже убьют? От бесчинств и козни дьявола, будь нам защитой! Убили. Есть, о, как я и сказал, перепалить. Ну да, вариант такой, что вариантов нет. Раз, два, три, четыре, пять. И я иду искать. Нужно покинуть коридор. Короче, она сбегает. Короче, тебе не скрыться. Выходи, и я быстро закончу твои страдания. Она в крови. Вот ты где. Больше некуда бежать. Пришло время немного повеселиться. Уф, отстань от меня. Беги, бегай. Ты не сможешь скрыть запах своего страха. Она никогда не остановится. А? Эй! Кто-то ее схватил. О, тот. Не звуком. Это тот чувак, который на мотоцикле нас спас, я так понимаю. Поднимемся.
Сохраняемся. Блин, интересная серия. Интересная, ребята, серия. Понравилось и тебе, ставь лайк, подпишись, нажми колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию, обзор прохождения Let's Play Stream. Подписывайся на все социальные сети, все ссылочки в описании. Всего тебе самого наилучшего. До встречи. Пока.